Крупнейшая международная выставка вооружений, проводимая под патронажем правительства Российской Федерации, начала свою работу в Нижнем Тагиле 25 сентября 2013 года. Общая площадь выставки составляет свыше 400 тысяч квадратных метров, в том числе 3,5 тысячи квадратных метров занимают экспозиции в павильонах и 9 тысяч квадратных метров на открытых площадках. Программа в этом году максимально приближена к реальным военным действиям и дополнена элементами шоу, что позволяет максимально зрелищно продемонстрировать весь потенциал боевых машин. Участниками программы в этом году стали руководители профильных органов государственного управления, крупнейшие российские и зарубежные специалисты в области военной промышленности и международных отношений. Основной темой первого дня стала модернизация российского оборонно-промышленного комплекса и производство современной высокотехнологичной военной техники, которая в полной степени соответствует требованиям стран-импортеров по обеспечению собственной обороноспособности. В этом году выставка демонстрирует исчерпывающий спектр боевых и эксплуатационных возможностей военной техники, а также новые перспективы международного военно-технического сотрудничества в области контроля над экспортом вооружения. Впервые в рамках демонстрационного показа была представлена крупная военная техника не только российского, но и зарубежного производства. Были заключены 4 соглашения о сотрудничестве, в том числе в области создания специализированного технологического центра по проектировке и разработке колесной бронетехники. Условия Нижнетагильского полигона «Старатель» позволили сделать демонстрационный показ максимально зрелищным. Демонстрация огневых возможностей и специальных свойств подвижности техники были соединены воедино в программе RAE-2013. We'll be right back.
научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» представила свою новейшую разработку – боевую машину огневой поддержки БМПТ-72, при конструировании которой был учтен опыт создания и использования БМПТ, который за свою огневую мощь получил прозвище «Терминатор». В рамках деловой программы состоялось рассмотрение ряда принципиальных вопросов, касающихся механизмов контроля за экспортом вооружения, в том числе недавно принятого Генеральной Ассамблеей ООН Всеобъемлющего договора о торговле оружием. Мероприятие посетил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Премьер осмотрел выставочные объекты, встретился с конструкторами и разработчиками вооружения и военной техники. Его вниманию были представлены и продемонстрированы в действии новейшие технические новинки оборонно-промышленного комплекса России. В выставке ежедневно проводились демонстрационные стрельбы из ручного стрелкового оружия. Участники смогли увидеть в действии как новинки, так и традиционные изделия. Последний день RAE открыл двери для всех желающих. Любой, кто хотел, мог купить билет и увидеть своими глазами самые передовые военные технологии России.